В Славянском районе завершилась эколого-благотворительная акция «Крышечки добра». Участники акции не только помогли природе, но и детям, нуждающимся в лечении. Подробнее об акции, ее итогах и кому оказали помощь «Крышечки добра» смотрите в следующем материале выпуска. Акция «Крышечки добра» стартовала 14 сентября и длилась ровно месяц. Целей у акции несколько. Это приобщить население к сортировке мусора для его переработки, очищение природы от пластика, а также на вырученные от сдачи вторсырья деньги оказать помощь больному ребенку. К доброму делу подключились детские сады, школы, учреждения высшего, среднего, профессионального образования и учреждения культуры. Общими усилиями удалось собрать 350 килограммов пластика. Мы хотели этой акцией привлечь внимание общественности к экологической обстановке в нашем районе. Ребята собирали своими руками вот эти вот крышечки по всему району. И мне кажется, что каждый из них задумался о том, сколько вокруг нас мусора, пластика, который является не только мусором, но если еще задуматься и правильно его использовать, он может быть полезным вторсырьем. Мы эту акцию будем обязательно продолжать. Огромное спасибо всем, кто принял в этом участие, кто обратил внимание. Идейным вдохновителем акции является активист экодвижения Славянского района Татьяна Лукас, которая не ожидала, что столько людей откликнется на ее призыв. От себя хочу сказать, что я была впечатлена, я не ожидала такого резонанса. Это не просто крышечки, это добрые крышечки, которые пойдут не просто на вторсырье, а вырученные с сдачи деньги пойдут на реабилитацию деткам нашего города. Все собранные крышечки отправили на завод «Умная среда», который работает в нашем городе. После того, как пластик переработают, из него сделают скамейки. Мы с этих крышечек изготовим лавочку, которая при продаже тоже окажет какую-то помощь. Либо посадка дерева, либо еще что-то. Но вот то, что эти крышечки, мы их покупаем, и эта сумма перечисляется какому-то ребенку. За сданные крышечки добра волонтеры получили 8 тысяч рублей. Эти средства перечислили Полине Жуковой, которая нуждается в операции по восстановлению слуха. Акция будет продолжена. Присоединяйтесь. Творить добро и помогать другим не так сложно, как кажется.